Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть God of War. Так. Давай продолжить. Я высадился на берегу на каком-то. Сейчас посмотрим, что нам там следует опасаться. Так, время есть, время есть. Вот и будем стараться. Так, волки скатки. Ну-с. Блин, вот этот сына бы как-нибудь прокачать там. Нужно. Нам железо нужно. Так. Угу. Какой-то сталь или чего там нам нужно. Так. Мы на берегу. Минутку. Ворона нет. Цветы. Вперед! Давай. Огонь над тобой! На. Кто надо мной? Куда ты стреляешь? Тихо. Ого! Подожди, эти кошмары могут нас немного ослепить, а я думал, что это хуже уже не бывает. Ага. Вот так тебе. Захреначил. Так, какой-то круг. С огнем мы сделать ничего не можем, зато побережье такое. Лазурный берег. Это что? Минутку. Слушай. Дома. Хорошо. Ксюша? Ты вчера игрушку теряла? Давай, собирайся, там Катя во дворе. Она игрушку твою нашла. Тебе поможешь достать куртку? Все, давай я записываю. Так. А что вы здесь охраняли? На. Так. Не совсем понимаю пока что. Куда мне тут следует обратить внимание? Ладно. Так, еще две пещеры. На. Берегись, отец! Давай, опа, мимо. Да их два. Опа. На. Вот так. Расхреначили. О, тут мост. А я в какие-то пещеры ломлюсь. Наверняка там еще есть. Так, сейчас что собираем? Ага, какие-то медальки.
В бесконечных войнах между светлыми и темными эльфами было потеряно множество бесценных реликвий. Надо их поискать и предложить Броку. Наверняка он даст за них немного серебра. Так. Нет, сюда она не идет. На. Понятненько. Нет, не получается. Ага, вон оно чё. Опа. А, вот так вот надо, наверное. Вот так. Все равно это должно было случиться. Как это я-то без награды останусь? Так, подожди, если мы туда идем, давай-ка вот сюда сначала в ответвление сходим. Что за круг там большой, правда, я понять пока не могу. А, еще одна дверь. Найден, так, найдены тайники 3 из 7, открыто 0. И как они открываются, а тоже пока замок? Не знаю. Блин, я не помню, где вторая эта дверь находится. Ну да и ладно. Это по карте можно посмотреть. Все равно она там отмечена должна быть. Опа. Давай. И выше, и выше, и выше. Что, и все, что ли? На. Взял. Сильная руническая атака. Так. Три мощных удара, подбрасывающие врагов в воздух. Ну-ка. Не. Что я только могу улучшить ее? Так, это у нас. Так. Урон. А здесь урон 5. Но зато так, это что у нас? Лед. Даже не знаю. Ладно, пока пусть так стоит. Я все впихнуть-то все равно не смогу. Так. Здрасте, мордасти. А ты что, даже не пошел со мной, сынок? Ну ты красавчик. А я тут передехайся. Ладно, поехали. Смотри, что я тут открыл. Так. Синдри сказал, мама была воином. Она тоже воевала? Вроде того. Враги уничтожили ее семью, и выжила только она.
Да, она шла по пути воина, но ее целью было выживание в суровом мире, пусть и в одиночку. И поэтому она попросила Синдри и Брока сделать топор? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит, она помогла бы эльфам? Нет. А где тут порт-то? Вон он, причал. Порт. Где тут порт? Так, минутку, подождите. Мы же оттуда, да, выехали? Так. Чудо-остров, чудо-остров. Жить на нем легко и просто. Я не помню, откуда я приехал, честно скажу. Если я оттуда приехал. Блин, а как туда попасть, к этой норе? Что-то не так. Где причал? Область открыта. Давай, что тут? Вперед! На. На. Тихо. Тихо. На. Нет. Огонь, берегись! Попал? Попали, все. Мы с тобой молодцы. Так. Куда-то сверху надо бить. Так. А, вот она, да, сверху бить надо. Надо привыкать к этому. Сынок. А ты как там оказался? Атрей, ко мне. Ага. Минутку. Так, куда? Смотрим. Так. Где-то что-то надо заклинить, да? Как наверх попасть? Нет.
Чего он должен заключаться секрет? Секрет, наверное, в том, что я рано сюда пришел. Надо вот это убрать потом, когда эти корни уберутся. А как корни убрать? Вот вопрос вопросов. Да, надо корни убирать, потому что там тоже надо будет проходить. Так. Просто нам сюда еще рано, я так понимаю. Давай, пойдем уже. Садись в лодку. Откуда прибыли? Кстати, откуда мы прибыли-то? Вон оттуда мы прибыли, так вот, проползли. О, кстати, мы еще можем немножко чуть-чуть направо сгонять. Там какой-то проток показан. Еще один. Направо, это лево. Отец, налево. А кто-нибудь еще слышал голоса? Я знал отчаявшихся людей, которые, когда на нашем корабле закончились припасы, стали пить морскую воду. Они клялись. Ага, что ну, сирены, так, злые существа, которые пели им, на самом деле их жены и дочери, и что они зовут их домой. Они рискнули нашей жизнью, направив корабль на рифы. И как вы им помогли? Мы бросили их за борт. Ой. Хорошая история. Хорошо, что я не пил морскую воду. Синяя дверь. Наверное, это вход. Идем. Так. Осторожней. Что они делают? Ломают наш мост. Мост исчез. Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. Я рядом. Темный эльф. На. Ах ты, падла! Ну, получай! На, тихо, тихо, тихо! Получи! Подожди, подожди, подожди. Они оглушены. Но. Порви его, падла. Огонь, берегись. На. Подожди-ка. Подожди. На. Тихо. Падла, ты тоже стреляешься. Охренеть, они меня хорошо так подбили-то. Так. И что мы можем в этом одном большом мире? Видел какие-то он кольца вращения. А вдруг мост можно починить там? Что-то, что-то. Я пока осматриваюсь. Мне же еще жизни пополнять надо. Кто-то большой летает. Глядим, что мы можем сделать. Вроде что-то получилось. Так. Опа. На. Хорошо. На. Вот так. Подбил.
Но! Подожди, подожди, подожди! Почему они нападают на нас? Потому что мы чужаки. Так. Темные эльфы любят нападать группой, когда папа парирует и наносит сильный удар, они обычно нарушают строй. Конечно. Когда я бью, блин, всем страшно, даже мне. Опа. Что-то восстановил. Если сложить вот так, похоже на руну. Но это бессмыслица. Идем назад к чаше песка. Охренеть. Падла. Что это? Где? Куда ты смотришь? Садись давай. Чаша песка. Так. Что у меня? Еще кто-то шарится тут. Так. Чаша песка у нас где? Вот здесь, что ли, у нас чаша песка? Да, здесь. Отец, столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Ну так давай. Или ты ждешь, чтобы я начертил? Ты у нас грамотный вроде. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. В общем, это вода. Ну, пиши, Аква, что там? Мальчик. Мальчик. То это сын, то мальчик, голоса, то имя. Но уже другие. Ой-ой-ой. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Вот тот уже. Что? О. Ого, что мы нашли? И что же это такое? Я не понял, а что там глубина есть? Отец, там? Да. Те голоса. Что за аквариумы? Я... Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, хватит. Это другой. Какие рога? Назад, быстро. Ты чё, рогатая скотина там? Это не к добру. Давай. Подожди, подожди. Да. Получи. Да. Так. Следи за ними. Ты выстрелил? Подожди ты, блин. Ай-яй-яй-яй. Подождите. Заперли. Так.
Ну-ка, давай, смотрим, что нам дали. Если темный эльф ослабить или заморозить, он не сможет восстановить силы в полете. Понятненько. Здесь что-то у нас должно быть. Но для начала давайте посмотрим на свою жизнь. Где-то здесь можно восстановить. За мной, Атрей. Сейчас вернусь. Так. Спокойно. Сломано, да? Так. Может, пойдем дальше? Да подожди ты. Кабуля. Соберем. Ты не хочешь, чтобы я был здоров? Готовься. Что? Да. Так. Надеюсь, не зря. Так, понятненько. Что у нас здесь? Ничего. Так, смотрим. Вот так. Нет. И так не так. Третья нить, что ли, должна быть где-то. Как где-то летит третья, может быть, он там только. Если она вообще есть. Нет, нету. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Где тут можно? Я прям не знаю. Эй, посмотри-ка. Так, раз, два. На. Так все первый раз тоже было так же. Чего вы не парились-то? Или так, да не так? Так, рубящий удар, запускающий небольшую вертикальную волну. Ну-ка, давай. У меня сейчас что стоит? У меня сейчас лед. Так, а это у меня... А это у меня удар вниз. Ну давай вот это прокачаем, посмотрим. На что ты способна. Так, ну-ка еще разок. Это у нас что? Давай пока это поставим.
неплохо. Да все вам не угодишь. Пойдем. Здесь не можем. Или можем, но не хотим. Так, ладно. Тихо-тихо-тихо. Не! Думал, ты меня забил, да хрен там. На! Вот так. Уж на себя-то, родимого, я ничего не пожалею. Так. Топорик, будьте любезны. Как мне туда забраться? Так, ладно. Так, нет. А, все, понял. Посмотрим. Понятненько. Ну-ка. Куда-куда? Так, а как тут возвышаться-то надо? Возвышение. Стой, 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 подожди. Сундук есть. Не факт, что его здесь, конечно, открывать надо. Ну, проверить-то надо перед тем, как мы куда-либо пойдем. Пока ничего не вижу. Кроме вон той. Давай. На. Печать одна сломана. Подожди, она вместе со мной опустилась? Вот тогда так сделаем. Вот, кстати, одну печать мы нашли, как она опускается. Ну давай, посмотрим. Минутку. Смотрим. Это все продать надо. Так, где еще могут быть? Я видел тебя. Я так и думал, что ты там. Ну давай.
Вот так. Опа. Ну и давай, третью я, наверное, спалил, где она? С другого края. Вон она. Давай, 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 давай. Все, пойдем. Так. Ну, не получилось. Ну-ка, давай еще немножко, один еще разок. У меня все получится. Не надо долго мучиться. У тебя же все получится. На. Вот так. Открываем. Что у нас там? Яблоко. Ну, ради него туда можно было попыхтеть, да постараться. Теперь опять сюда. Лодку. Бежим. Пойдем, пойдем. Но ты был не прав. Да. Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно. Так. Как мне до тебя добраться? На. Что у нас здесь? Что, просто камера без никто? Так, а вы-то когда будете выходить? Когда я обратно пойду? Да вы... Ой, да заткнись. Пойдем. Так. Опа. Получилось, да? Конечно, получилось. Мы уже в этом деле-то уже поднаторели. Поднаторели. Да сейчас. Пусти его! Доступна спартанская ярость. Какая кнопка-то? Не понял. Пусти меня! Надо один раз нажать или что? Отец, нет! Ни хрена не понимаю. Какая ярость доступна мне? Спартанская ярость. И чё мне дает она? Но ты был не прав. Да. Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно. На.
спартанская ярость. Давай, хвилинаш. Сын, жди, батя почти пришел. Да сейчас, крылатый, ты совсем сдурел, что ли? Аж кому-кому тебе-то рога пообломаем, раз-два. Вот, посмотрите, лицо высечено. На, башку снес. Спасибо. Ой, да на здоровье. Тут не перейти. Жаль, что ведьмина тетива уже не поможет. Плохо так, эти существа сильнее обычных темных эльфов. Они носят тяжелое оружие, размахивают ими с такой силой, что вызывает ударную волну. От их атак очень трудно уклониться. Так. Что у нас здесь еще имеется? Так. Все что-то рушится и разрушается. Это, блин, построено специально для того, чтобы когда я пришел, здесь все рушилось. Также неинтересно. Ну давай. Сундучок закрыт. Оп, сундучок этот открыть. Что нам надо? Так. Значит, не все так легко и просто. Откуда еще что-то есть? Что-то мы не видим, да? Ну-ка, давай-ка еще разок посмотрим. Присмотримся, так сказать. Так, а где лицо? Вон лицо, видите? Блин, какой-то сказочный мир нарисовали. Ладно. Пойди не сейчас. Этот сундук достается. Давай, пошли, сынок. Кто там со мной разговаривает? Никто не будет.
сегодня что-то день такой прям пипец. Ты думаешь, ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да. Все эти клетки должны открыться. Так, я не могу сюда на платформу зайти. Не могу эти клетки открыть. Давай. Отворяй. Тут еще. Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ага. Нападут. Куда им деться-то? Давай. Блин. Что-нибудь есть такое? Ничего там не проделал. Нет, видимо, ничего не могу проделать. Ладно. Пошли, сын. Опа, опа, карабкаюсь прямо, карабкаюсь. Приготовься. Враг слева. Ах ты. Порвал. Раздавил. Ну давай, собираем. Над тобой, берегись. Все? Нет. Было бы это все так легко. Это древний. Вау, пожиратель. Бей, слабое место. Давай. Давай, вставай. Немного осталось. Давай, пожиратель. Душ. Боже. Твою ж мать. Еще немножко. Слева. Беги. Давай.
На! На! Тихо-тихо-тихо! Блин. Неплохо! Тихо-тихо! Еще! Давай! Хреначиво! Вываливай ему все, что есть! Те его придатки! Так, минутку. Так, убивайте древних, ага. Убитый древний, один из двух. Я могу стрелять больше. Это только пока скажи. Все нормально, сын. Ух ты, что-то взяли. Редкий предмет чары. Ага, началось. Прикрывай спину. Что началось? Один из древних невероятно. Интересно, мама знает, что они еще живы. Они, ну, древние. Говорят, что они часть самого Эмира. И были еще до начала времен. Я думал, они все были в Мирнгарде. Интересно, как он оказался в Вальхайме. Тоже интересно. Так. Так, соберем. Давайте посмотрим. Броня. Аж. Так, а у меня? Да вот. При чем здесь это? Так. Защита, так, ну, живучесть падает, правда, сильно. Броня. Это стоит. Здесь у меня. Так. Минус 3, так, живучесть повышается, так. Пока самая крутая стоит. Ладно. Мосты, мосты, разветвления будут. А, мы, смотрите, мы вон там, где нам не дали, мы по низу прошли сюда. Я уж сам допетрил, как мы сюда и в чем мы прошли. Наверху что-то есть. Кого я тут целюсь? Давай, берем. Всех победили. Так, аж смотрим, что за круговая атака. Ну, неплохо, давай попробуем что улучшить. Ну, теперь у меня 4 2 3 4 3, ни одного. Ну, разные атаки, блин. И как мне с тобой быть? Сперва заморозить? И то. Давай заморозим. Потом обломим. Получилось. Все, мосты открылись. Надо вернуться наверх. Блин, они-то летают там. Спорхнул и все.
А как же я? Подожди, сын, ты куда? Смотри, сколько мостов там. Опа. Вот это находка. Боевой трофей. А, ну это... Ага. Не то. Так, внизу нам не походить. Что еще мы видим? Ну вот здесь вот. Из ниоткуда в никуда, мусс, что ли, или что-то. Или все-таки есть шанс на него забраться? Летает кто-то. По тени видно. Вон летает. Коршуны. Падальщики. А как сюда попал-то? Надо будет посмотреть видео, как я сюда попал, на покуда пробежал. Или оттуда вышел. Снизу забрался. Так. Не понимаю. Не только мосты. Может, эта штука нас поднимет? Давай посмотрим. Подожди, поднимет. Так. Она-то может нас и поднимет. И сюда, наверное, надо. То сюда, это точно. Получается, тогда бьем. Отсюда. Блин, немного не так. Давай, 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 давай. Да, блин, не ту кнопку нажал. Случайно. Должно оно быть. Ну, я на правильном пути, это я точно знаю. Только с какой стороны бить? Как же, как же, как же. Ладно. Давайте наверх все-таки. По-быстрому заглянем, потому что понимаю, что назад тем же способом возвращаться не стоит.
давай, малыш. Поднимаемся. Эти из клеток тоже не выйдут. Ну. Синяя дверь. Мы у цели. Синяя дверь. Мы у цели. Да все было бы так легко и просто. Так. Я никогда не привыкну ходить по потоку света. Ну уж привыкай. Дверь. Тут нет щели. Что? Это плохо. Найдите другой вход в храм. Ну уж придется. Так. Это снова гном. Синдри? Гном. Эй, Синдри, мы нашли кое-что. Правда? Обожаю всякое кое-что. Обожаю всякое кое-что. Подожди, перед тем, как обожаю всякое кое-что. Снова колокола. Видно, рядом нарнирский сундук. Так. Где они, колокола? Первый вижу. Второй вижу. Где третий? Третий где? Там вниз еще спускаться, что ли, нам надо будет? Подожди, пока третий не найду. Вон он, третий. Что взяли? Рог. Ну, я так и думал. Яблоко, потому что было уже. Все. Пошли, сынок. Не туда. Да. Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем. Ну, чем могу служить? Так, ну-ка давай-ка. Ой, нахрена она мне нужна. Недостаточно ресурсов, чтобы улучшить. Так, Лелиафан. Нет. А тебя чем порадовать? Нет. Что-то забыл? Так. Пец. Что-то дорого мне все это находится, обходится. Ну-ка, давай продай. Аж продать. Это вам поможет. Артефакты. Чары. Чары пока оставлю. Ресурсы. Ну, золото и гир даже не знаю, нужно оно мне.
Пока давайте оставлю. Ну, короче, ничего хорошего. Говорю, не нравится, не бери. Сюда. Алло, сынок. Вперед, вперед. Мы внутри. Конечно. Хрен пойми, то ли эльф это, то ли еще кто. Опа. Я рядом. Да. Да. Не получай. Подожди. Берегись! Подожди, подожди, подожди. Разрубил. Да, на все 100. Ну чё ты? Давай, соберись. Так. Это так, а это, подожди, это талисман тогда как действует? Твою ж мать. Нажмите Q. Так, примените сразу после ранения, чтобы быстрее собраться с силами. Так, увеличивает время парирования, повышает защиту при блоках. Так, нажмите сразу после ранения, чтобы быстрее собраться с силами. Ага. Так, восстанавливаю при потере успешных блоках парирования. Ну ты мне дал? Тут нету, да, ничего? Так. А на чем они растут? Ну не знаю, ты мне задал такой вопрос. Вот так, отсюда это надо делать. Ну-ка, дети, встаньте в ряд, встаньте в ряд, встаньте в ряд. Чего? Так. Мягкая сварительная сталь. Вот мне, по-моему, ее и надо. Где у меня ресурсы? Так. Сердце древнего. Так, замерзшее пламя, пыль миров. А, мне надо прочную. Свар вальс, так, сталь мягкая, это сталь, это 14 штук аж. Как-то не знаю, переработать что ли это можно, нет? Так, так, так. А что случилось то что с потоками? Нет, нет, нет. Хочу напомнить, что я произвожу сборы на видеокарту. Он упал. У кого есть шанс и желание помочь, реквизиты вы найдете в описании. Ничего себе! Да. Так.
меня? Куда? Куда собрался? Небось красиво было, пока темные эльфы не разрушили. Так. Этих проще убивать, когда они на земле. Например, можно поставить подножку. Такой наивный подножку. Я отсюда хоть пришел-то, все правильно бегу? Правильно, пока бегу. Надо, чтобы ничего не упустить только. Все? Чего? Прочесть можешь? Слушаюсь. Давай, читай. От тьмы береги свет. Как-то плохо они его берегли. Оберегайте свет от тьмы. Поскорее приходится оберегать эльфов от него самого. Да. Что-то они не договаривают. Эти эльфы. Надо быть более конкретным. Пойдем. Прыжок. Прыжок. Такс. Так, минутку. А что там? Не понимаю, что там. Так. Врат. Ладно. Некогда мне разбираться, что я там сделал. Но уверен, что ничего плохого. Я вообще положительный герой в этой пьесе. Такс. У меня еще кто-то базарит-то. Вон там, свет. Они накрыли его этой штукой. Но для чего? Смотри, светлый эльф. Что он делает? О, нет! За что его убивают? Он ничего не сделал. Откуда тебе знать? Ты видишь финал войны. Тебе неизвестно, что происходило раньше. Но он не защищался. Таков его выбор. У каждого он свой. Так. Берегись, темный эльф! На. Огонь, берегись! Подожди. Ой. Сейчас мы тебя как самого жирного выстрелим. Так,
подожди. На! Получай! Так. Уже можно идти. На! Подожди. Подожди. Все. На. Вот так, сойдет тебе. Что теперь? Свет уже рядом. Ищи, где войти. Так, что тут у нас происходит-то? Где еще что есть? С другой стороны ничего не могу сделать. Пока нет. Ладно. Ей, вылануло! Сработало! Мосты появились! Иди за мной. Мосты появились. Куда только ведут эти мосты? Ладно. Сюда. Впереди враг. Кошмары! Да. Враг убит. Так. Они слабые. Слабые и не слабые, но толпой-то замахали бы. Приготовься! Лети за ними! Подожди, подожди, подожди. Да. Сломал. Подожди, подожди. Бунк. А что это там так бункнуло, да? Подожди, подожди. Вот так, ломай его. Еще один стол. На. И получи. Да, еще раз. Место! Блин. Смотрим, если они подберутся к нам слишком близко, то начнут взрываться. Нужно уходить от них. Понятно. Это все про кошмары.
Это что у нас? Так, он умеет перехватывать броски, но если заставить его врасплох, сильный бросок папиного топора может его заморозить и лишить подвижности. Думаю, я уж понял, что ни хрена это все не так просто. Ну давай. Давай. Заморозим и отломим кусочек. Спасаю, блин, чужие миры хожу тут. Пути восстанавливаются. Неблагодарны должны быть. В ножки кланяться. Взамен что получаю. Да. Ищем свет где-нибудь еще. Нет, погоди минутку. Так. Так. Где здесь? Почему две? Сейчас я разбущу. Так, ладно. Что у нас здесь? Не пойму, то ли камни это, то ли, блин, какая-то пенза, кроме пятки тире, что это такое? Не понимаю. Это все в пещеринах, это в расщелинах. Морда он завязший, хрен знает в чем. Давай, сын, иди. Ты вперед, я за тобой. Мне кажется, нам сюда нельзя. Тихо. Все можно. Слышал? Будь готов, держись рядом. Давай. Эй, а когда мы доберемся до света, как мы заставим его стать Бифростом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда ее выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о ее безопасности, а не о нашей цели. А это вот я не слышал. Плохо, да? Если одно мешает другому. Тихо. Я держу. Ну, он может, кстати, как у Тора, да, действительно, как в фильме нарисован. Похож, очень похож. Ворота ему закрыли. Обошлось. Держись рядом со мной. Да я так и делаю. Не вижу ничего практически. Терпи. Гинануна! Еще один! Назад! Давай, по одному будет нормально. Мы упали, да? Эти пары падают, а летают, а мы-то не летаем. Свет! Да, цель уже близка. Но нужна осторожность. Ты понял? Понял. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Как я говорил, собираю средства на видеокарту. Кто хочет помочь, кто может помочь.
реквизиты в описании. Увидимся в следующем видео. Пока!